Добрый день, дорогие друзья! С вами Кирилл Штыбин, это магазин Баян Про. Сегодня у нас в обзоре Баян Балуни-Бурини модель 424B. Ну, уже в названии можно угадать некоторые технические характеристики, а именно 42 ноты расположены в правой клавиатуре, всего 72 кнопки, 5 рядов. Ну и вторая цифра 4 обозначает, что инструмент четырехголосный. 11 регистров расположены на грифе и есть один подбородочный регистр «Тутти». В левой руке попрошу отметить 5-голосный бас. Дальше все стандартно, 6 рядов, 120 кнопок и тоже есть регистры в количестве 5 штук, которые меняют тембр, да, включают и отключают голоса в басу. Вес инструмента 9,7 килограмма. Давайте послушаем. Четырехголосный инструмент, много разных регистров, есть свобода для творчества, есть регистры как с розливом, так и без розлива. Давайте послушаем все варианты, чтобы понять возможности инструмента. Самый верхний регистр по традиции фагот. Добавили средние голоса. Далее орган. Трехголосие в трех октавах.
Такой регистр. Средний голос и пикколо. Два самых верхних регистра – это одноголосные регистры, один средний голос и пикколка. Средний. Но вот так звучат тембры у этого инструмента. В целом могу сказать, что инструмент достаточно компактный по размерам, при этом четырехголосный. Достаточно универсальный, подойдет как для домашнего музицирования, так и для концертной игры. Ну вот такой инструмент. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, задавайте свои вопросы. А у меня на этом все. Спасибо вам за просмотр. С вами был Кирилл Штыбин. Еще увидимся.